Итак, доброго дня. У нас сегодня 31 августа. Я проснулся, обед. Здесь у нас винище наливает, здесь у нас раздача. Что у нас сегодня есть? Сегодня у нас есть что-то наподобие плова, мясо, рыба, соусы, картошка фри. Здесь у нас пошли салатики всякие, ракушечки, картофанчик. Вот здесь у нас уже стартер идут, закусон всякий. Здесь у нас повтор. Сначала мы изучаем, что у нас здесь есть. Так, а здесь у нас что-то дают. А, пицца, наверное. Здесь у нас дают пиццу. Какие-то лепешки хлебные. Так. Здесь у нас тоже холодные закуски, салатики, тра-та-та. Колбасень. Мясо. Всякие рулетики, тра-та-та, сыры, брынзы всякие, тут местные, болгарские. Вот. А с этой стороны у нас сладости, фрукты всякие, тут пирожные, мороженое, блин. Все чунга-чанга. Вот так это все выглядит. Говорит Алекс Ранти. Блогер Ранти, вот я сам. Кушаем. Точнее, супчик. Вот такой вот ресторанчик. А это вид уже на весь сам зал, ресторан, как это все выглядит со стороны. Здесь немцев очень много, русских мало. Вот так. Всем приятного аппетита.